Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Дом и сад Home Garden. Сегодня мы с вами в магазине Светофор, магазин низких цен, и смотрим цены на продукты питания, сравниваем с магазином Fix Price где-то и вообще с ценами в других магазинах. Fix Price мы просто берем как низ цены, предположительно, и посмотрим, где же дешевле. Вот такой майонез Слобода, сметанный 67% представлен здесь. Далее 39,30 молоко Ясный Луг 1 литр ультрапастеризованное. $252,90 майонез провансаль 3-килограммовый бренд Астория. То есть это на все новогодние праздники хватит вам этого майонеза. Напомню, в магазине Fix Price есть Мистер Рико майонез. Стоит он 25 рублей, 220 грамм. Крабовые палочки 200 грамм. Цену вы увидели. Но цена, не могу сказать, что какая-то удивительная. В Пятерочке есть Красная Цена бренд, их личный. Там тоже цены все очень бюджетные. $111,90 стоит килограмм кураги. По виду она очень необработанная, то есть никакими химикатами, достаточно натурально выглядит. Соус Мистер Рико в PET-упаковке 35,50. Напомню, что в Fix Price есть тоже Мистер Рико соус, например, сырный 200 грамм, там стоит 27,50, а здесь 310 грамм стоит 35,50, то есть в Fix Price вот здесь выгоднее покупать этот соус. Сосиски куриные Ясная Горка 81,50, это местный какой-то производитель. Ну, смотрите сами по цене, насколько вам такие сосиски вообще подходят. Далее майонез Солнечный Вкус. Цену вы также увидели, неизвестный производитель, можно почитать. $725 грамм. $26,50 нежный вот этот легкий есть. Это абсолютный аналог, что есть в Fix Price. Там одна упаковка стоит 10,50, а здесь вся вот эта упаковочка 26,50. То есть здесь выгоднее покупать в Светофоре этот продукт. 50,50 стоит целый литр молочного коктейля. В Fix Price есть Молочная Речка за 18 рублей 30 копеек за 200 миллилитров. То есть здесь очень выгодно тоже. Также здесь напиток питьевой 32,90. Значит, в Fix Price такой же есть продукт нежный, который намного... Ну, он тоже, в общем, по цене я смотрела, вот этот тоже выгоднее здесь покупать. Альпенленд фруктовый 30,90, это известный бренд Эрман, производитель с клубникой. Коктейль молочный соковой 30, соковый 34,90. Milk and Juice, неизвестный производитель. В принципе, вот этот нежный напиток, он тоже на основе сока сделан. Икра Минтая 130 грамм, 32,50. Это производитель СРК, Северная рыбная компания, известная. Точно такая же икра стоит в Пятерочках. Цену нужно смотреть. И такая же сейчас будет икра от Трески. Мидии в масле и коктейль, морской коктейль в масле 90,90 и 71,90, по-моему, бренд Золотая Рыбка, 270 грамм.
ряд из горбуши 52-50. Это паштет такой из горбуши. Лунское море 200 грамм. Риет из горбуши. 32,90, 200 грамм крем с творогом. Производитель Закон бутерброда. Это город Омск. Производит. Четыреста грамм плавленый продукт, 49 рублей, со вкусом бекона. Город Верхняя Пыжма производит его. Пыжма. Сливочная мичка 400 грамм, 63,90. Продукт плавленый с сыром, сладкий. Десерт также плавленый с сыром, также амичка, 38,90, 200 грамм. Сыр плавленый, Дружба, известный, 70 грамм, посмотрите цену, сами остановите. Пропустила я цену. Так, Закон бутерброда 33,90. Такой вот продукт. Уже встречали мы эту марку сегодня. 130 грамм. Сырный продукт 600 грамм аж. Заметьте, российский, но это именно сырный продукт. Продукт, плавленный с сыром. Тоже Закон бутерброда производит. Далее. Сыр российский Гауда 294-278 рублей за килограмм. Очень низкая цена, конечно. Главное, чтобы это был не сырный продукт, а именно сыр. Но написано сыр. Не знаю. Терзают смутные сомнения по этому поводу. Хотя в Ашане, в Ленте вы тоже можете купить вот это плавленый продукт. Голландский особый, 120 рублей за килограмм. Ну, это понятно, что плавленый, потому что не бывает таких цен на сыр, что это именно сырный продукт. Продукт сырный адыгейский особый Милково производит. Сметана Божья коровка 1 килограмм, ведро 90 рублей 60 копеек. Надолго вам хватит тоже этой сметаны. Хлеб мясной 1 килограмм, 134,50. Ясная горка, мы, по-моему, уже сегодня с вами встречали этого производителя. Холодец домашний полкило 66,50. Это бренд Атяшево, достаточно известный бренд. Сервелат Бородинский 167,90 за килограмм. И буженина куриная 199,90. Сардельки говяжьи 150,50 особые. Это бренд Царицына, известные достаточно. Они в вакуумной упаковке идут. Сервелат классический 250 грамм, крестьянское хозяйство Макарова,
Атяшево охотничьей колбаски 500 грамм, полкило, 91,50. Ну, вот это какой-то более-менее известный бренд, можно брать, наверное. Колбаса вареная, 74,95, вот этот бренд «Ясная горка». Бифштекс сибирский бренд, 125,90. И казан 133,50, там 900 грамм, по-моему, котлеты. Халяль. Воздушная кукуруза 250 грамм, 40,90. В фикс-прайсе тоже есть вообще попкорн. Но на сайте, к сожалению, я не вижу цены. Нет почему-то его на сайте фикс-прайса. Надо смотреть конкретно в магазине. Если кто знает, напишите внизу. Детское игристое вино. Все готовят нас к Новому году. Вкус земляника. 1 литр. Там 30 с чем-то рублей на ценнике было. $281.90. Вот Чибо Голд наконец-то. 285 грамм. В фикс-прайсе стоит 40 грамм. 50 рублей стоит именно это же кофе. Здесь рублей на 60, если граммовку перевести, здесь выгоднее. То есть в светофоре выгоднее это кофе покупать. Значит, вот этот новогодний мешочек, там он 196 рублей, по-моему, стоит килограмм целый, производство Тольятти. В фикс-прайсе есть за 199 рублей килограммовый новогодний подарок. По отзывам достаточно хороший. 189,90. Вот такой чай. Еще и с конфетками очень презентабельно выглядит. А конфетки, между прочим, Линдор здесь в этом наборе. Вот кульминация. Это мельница 40,70. В фикс-прайсе такая мельничка, только черный перец и чили. Есть 50 рублей на целых 10 рублей разница этой мельницы. 6 рублей стоит семя горчицы 200 грамм, 6,90. 50 грамм, вернее. Так, и новогодний подарок полкило. Это тот же производитель, что и у предыдущего подарка. Город Тольятти, Самарская область. В фикс-прайсе тоже есть, там и за 99 рублей подарок. Самый дешевый 50, по-моему, 5 есть подарок. 19,90 приправы. В фикс-прайсе очень много приправ сейчас от Ролтона. Самой, ну, низ цены там 25 рублей. Вот. Там недавно я тестировала грибную приправу, где мы готовили с вами жульен, тестировали формы для выпекания. Пожалуйста, посмотрите на нашем канале, ролик очень интересный. Приправа действительно добавляет грибной вкус. Там еще есть универсальная 15 трав приправа. Так, корж 57 с копейками стоит. Коржей в фикс-прайсе нету. Корж невский для торта светлый. Для торта. Так, мед 189 рублей килограмм. Ну, по меду смотрите сами, насколько для вас такой мед актуален. Так, вот персики, 106,90, аж 850 грамм в фикс-прайсе сейчас. 420 грамм персиков стоит 99 рублей. То есть вот эти персики супер выгодные. Ну, конечно, надо смотреть качество. Каша мультизлаковая, причем фрутоняня, 56, да? 70, по-моему, цена. То есть пока все, что мы смотрим. Так, вот сгущеночка с сахаром, почти килограмм, 60 рублей 50 копеек. Так. Там 500 грамм, 55 рублей, молоко сгущенное, но там именно молоко сгущенное. То есть, вообще, пока мы все, что смотрим, сравниваем в фикс-прайсе, дороже, чем в светофоре, то есть светофор дешевле.
Так, Сайра 52,50, здесь она чуть дешевле, чем в Фиксе, там 245 грамм, 55 рублей, на 3 рубля разница. Ну, там другой производитель. Говядину не могу сориентировать, стоит в фикс-прайсе говядина тушеная, конечно. Здесь 66 рублей 90, 525 грамм. В общем, светофор дешевле. Так, и горошек зеленый 45,50, бренд Хайнц. В Фиксе стоит горошек за 25 рублей 285 грамм. Ну, а я с вами прощаюсь на канале Дом и Сад Хоумгартен. До свидания, до новых встреч, до новых обзоров.